Всем привет! Сегодня мы посмотрим распечатку двух маленьких пакетов из Китая. Принесли прямо домой в почтовый ящик, почтальон принес. Шли примерно 3-4 недели. Стоили 2,20 и, по-моему, 2,15. Значит, это у нас радиодетали, указаны как гифты в документах. Продаются они... Ну, по одному не продаются детали, поэтому они продаются целыми пакетами, пачками. И здесь пупырчатая бумага. И вот это на 2,20 должно было быть 10 штук. Но тут их 5, наверное, 20 штук. Китайцы взяли горсть, насыпали и отправили. Ну, внешний вид и набивка цифр кода совпадает с тем, что я заказывал и искал. Посмотрим, как это припаяется и будет работать. И второй пакет. Так, ну здесь было 10, а прислали только 5. Ну, в одну сторону добавили, в другую убавили, и в среднем зарабатывается. На 4700. Ну, внешне выглядит... И по этим надписям то, что должно быть. А как оно на самом деле, это надо будет уже смотреть. Вот такие вот запчасти. Всем большое спасибо за просмотр. Покупайте. Ну и смотрите, что китайцы вместо 10 присылают 20, вместо 10 5. Всем удачи, пока.